Чаще всего двухколесное транспортное средство похищают из подъездов, не спасает велосипед, ни домофон на входной двери, ни защитный замок. Подъезд – это не место для хранения велосипедов. И те тросики, да, которыми укрепляются велосипеды, они не являются средством для защиты для злоумышленников, потому что тросики перерезаются, и спокойно велосипеды из подъездов у нас выносятся. Так, накануне один из жителей Соликамска разом лишился двух велосипедов. Полиция отмечает, что владелец сам спровоцировал похитителей, не позаботившись о сохранности своих стальных коней. Нарушителям, в свою очередь, стоит помнить, что процент раскрытия таких уголовных дел в Соликамске высок. Сотрудниками полиции лица, совершившие в большей степени данные преступления, установлены, проводятся необходимые мероприятия, и похищенные велосипеды возвращаются владельцам. Если у вас украли велосипед, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, постараться найти свидетелей, записать их данные и номера телефонов. Кроме того, стражи порядка спешат напомнить, что покупка велосипеда с рук может обернуться неприятностью, ведь если велосипед украденный, вы сами станете соучастником преступления.